Синий желтый ара – птица семейства попугаевых, гнездится в восточной части Панамы, на Бразилии и северного Парагвая. Населяет тропические леса, предпочитает прибрежные области рек. Держится в кронах высоких деревьев. В кладке обычно 2-3 яйца, но бывает и до 5. Питается ара орехами, семенами, фруктами, разной зеленью. Попугаи ара живут 30 и более лет. Молодые особи легко приручаются, популярны как домашние питомцы, но довольно трудные в содержании и требуют много внимания со стороны хозяев. Их можно обучить выговаривать до нескольких десятков слов.